Или, например, они могут не кормить своего ребенка, будут плакать рядом, кричать, просить, допустим, еды, но им будет все равно. Они будут просто наслаждаться. И такие люди вызывают к себе противодействие со стороны Марса. Вот пишите, Марс и Раху — это два заклятых врага. Марс всегда уничтожает Раху, он терпеть его не может. Потому что Марс — это сын богини Земли. Помните, мы говорили? И он имеет много благочестивых качеств. И когда человек выпивает, вот он идет пьяный по улице, Раху на нем уже сидит. Обязательно он нарывается на какие-то приключения, милиция подходит. Вот смотрите, вот вы ходили раньше, не выпивши, да? Все нормально было. Стоит только выпить, подходит милиция. Документы. То все, начинает придираться. Или же какие-то приключения начинаются. То есть человек, с кем постоянно возникает приключение, это означает, что у него еще есть милость Бога. Его все время защищают. Дают ему шансов привыкнуть к этому состоянию. Но тот, кто уже находится под сильным влиянием Раху, он может попасть серьезно надолго.